сейчас с вами находимся, солнечное строительство автомобильной дороги, почти километр. Все, и пешеходные зоны, здесь освещение предусмотрено. Завершение работы когда запланировано? До 30 сентября. Здесь и тротуары будут, и озеленение, освещение. В общем, полное устройство, в общем, будет красиво. Нужна, конечно, дорога. Еще вот нам стояночку бы отсыпать, чтобы прям аккуратненько, потому что машина наставляет вас туда, не подъехать. Ни пожарной машины, ни, как бы, скорой помощи, мало ли что может происходить. Машину наставляют, это прям неудобно. И ни ребенком не проехать, ни кататься на самоходе. Это очень тяжело. Мы строим здесь автомобильную дорогу достаточно долгосрочно. Как можно все действия синхронизировать, и это стояночку, которая будет на дороге.